Открой окно. Сидя. Ну так что, на секунду. Ну ты что, ну блин, сейчас позвонили в полицию, блин, ты что, ненормальный? Ну вот то, что я вам говорил, видите, окна открыты, нету штор. У нас когда-то полиция приехала, тут остановила, я с фотоаппаратом шел по улице и фотографировал, как все красиво. Мы им пытались объяснить, что у нас такого нет. Он говорит, так везде одинаково, говорит, везде все красиво. А на самом деле у них везде так все очень просто. Ну вот мы и приехали.